В Молдове полицейский спецназовец насмерть сбил пешехода. Все произошло накануне вечером на трассе хенчешты чемишлея Погиб мужчина лет 50. После аварии его забрала скорая. Скончался по пути в больницу. За рулем был 30-летний сотрудник бригады специального назначения «Фулджер». СМИ пишут, он был не при исполнении и трезвый. Водителя задержали на 72 часа. Это не первое ДТП в Молдове с участием полицейских за последнее время. В Кишиневе на днях автомобиль полиции столкнулся с Тойотой. На служебной машине работали мигалки. В салоне двое задержанных. Были пострадавшие. Еще один случай произошел в Синджере. Сотрудница полиции насмерть сбила 30-летнюю женщину.